вот она, долина Израиль. Ничего такое место. Зелененько цветет все. Хотя тут, кроме как летом, всегда цветет. Короче, знакомьтесь. Мой новый дом. Наверное, первые выходные за последние месяцев 8, которые я решил провести сам с собой. Ни в гости к маме, ни к друзьям, и даже не в поисках любви. Хотя про последнее, наверное, стоило бы, но не суть. Проснувшись сегодняшним утром, и где-то до часу дня я занимался домом. Много занимался. Кстати, вот он, тот маленький машав, в котором я теперь живу. Так вот, в час дня я понял, что весь день еще впереди, а делать-то больше нехер. Ну вот, теперь вы любуетесь результатом моей скуки. Весна, не жарко, вот и вылез из моей маленькой уютной квартирки похвастаться вам своим видом из окошка. Окошко машины, наверное, а то из одного окна в доме столько, наверное, и не увидишь. Приезжайте в гости, ну или заскочите, когда будете гулять по этим краям. До встречи.